было очень хорошо, жили хорошо, мирно, тихо, все, все было прекрасно. Потому что в правительстве были люди, которые действительно болели за нас, за страну, переживали. Вот. А пришли просто предатели, можно так сказать. Вот так, этот Горбачев развалил весь Союз. А Ельцин помог, этот пьяница, извините меня. Чувства очень печальные. В связи с этим я, конечно, не застала. Как раз родила 90-е годы уже. Но мои родители рассказывали об этом много. И это очень круто было, классное время. Когда образование было бесплатным, и вообще много чего представлялось бесплатно, то сейчас такого, конечно, нет. И уже к этому не вернемся, к сожалению. Ну, хорошее воспоминание о Союзе. Жалко, что он распался, этот Союз. Я просто родился при Союзе и вырос при Союзе. И мне вполне нравилось при Советском Союзе жить, и все было бесплатно. И учеба, и медицина, и образование, все было бесплатно. Мне это нравилось.